Доброе утро, друзья! У меня в руках символ финансовой удачи и благосостояния. Это денежное дерево, которое, согласно философии фэншуй, притягивает богатство и помогает в делах. Поэтому такое растение нужно выращивать не только дома, но и в рабочем помещении. А как это сделать, я вам расскажу. Молодое растение нужно высадить в правильный горшок. Он не должен быть слишком высоким. Иначе корень будет стремиться вниз, а ствол вверх, и он станет тонким и слабым. Следовательно, выбирайте горшок более широкий и низкий. В нем ствол станет сильным и толстым. Что касается почвы, то лучше всего выбирать землю для кактусов и суккулентов. И не забывайте про дренаж, он у меня уже на дне горшка. Я лишь добавлю немножко почвы, чтобы вы запомнили, что погружать растение в землю нужно до такого же уровня, на каком оно было до пересадки. Помните, если засыпать прикорневую шейку, растение может погибнуть. Напомню, что денежное дерево относится к роду суккулентов, значит, оно способно накапливать влагу в своих красивых мясистых листьях. Поэтому полив должен быть умеренным. В весенне-летний период поливайте ваше денежное дерево по мере подсыхания почвы, где-то раз в неделю или чуть чаще. Также летом денежное дерево можно вынести на балкон или оставить у открытого окна в офисе. Там растение получит много солнечного света и свежего воздуха, а это важно для хорошего роста. А поздней осенью или зимой растение можно поливать лишь один раз в месяц. Но при условии, если в квартире и офисе не слишком жарко. И, кстати, растение любит прохладную зимовку при температуре плюс 15 градусов. Чтобы ваше денежное дерево выглядело презентабельно, вы должны заняться его кроной. Один из советов – молодое растение нужно регулярно поворачивать, чтобы свет попадал на все его листики. Так крона будет разрастаться равномерно. А когда ветки станут большими, нужно будет их подрезать так, чтобы на ветке осталось 4 листика. И если делать все правильно, вы сможете увидеть, как цветет денежное дерево. Весной при достаточной освещенности у него появляются небольшие белые цветки. Но это происходит довольно редко. Достигайте своей цели, и удача всегда будет на вашей стороне. До новых встреч!